Ну, настроение, думаю, сейчас, да, у всех хорошее, потому что действительно хорошее дело. Задумали, что все-таки уже и сборную, и ветеранов, и то, что играть и с ребятами, которые Азов, и с журналистами. Это популяризация футбола. Я думаю, для этого все и создаются такие большие мероприятия. Действительно, очень приятно, потому что сейчас как бы у нас футбол, скажем так, начинает падать, а вот за счет этого мы пытаемся из федерации что возвращать все. Подготовка какая-то идет у команды, тренировка? Процесс, может быть. Ну да, потому что у нас как бы все ребята у нас есть отдельно, кто все тренируемся, а еще есть каждый четверг команда собирается и тоже тренируется, все между собой привыкаем друг к другу, потому что уже сборная задумана для того, чтобы не только как бы ребята, кто в Киеве живут, и одесские сейчас приехали, им, конечно, они уже у себя тренируются. Поэтому получается, что сейчас мы уже вот такие турниры, и хорошо, чтобы как бы сыгрываться, потому что если большие планы есть, как действительно сейчас решаем чемпионат мира в Катаре, что и как будет, пока не ясно. То есть, то уже, чтобы должна быть цельная команда, чтобы уже видно было, что эта команда есть, кто и как, кого поменять. Поэтому, я думаю, идет такой хороший процесс рабочий. На этот маленький турнир есть задача победить? Ну, победить всегда есть задача, хоть и ветераны, но больше задача, чтобы привыкать друг к другу, потому что это разные связи, потому что я со многими ребятами, кто в Киеве, мы бегаем еще и вторник, у нас еще отдельно тренировка, ну, уже 20 лет, где везде. И поэтому получается, что привыкаем к тем ребятам, которые сейчас вливаются в коллектив, чтобы, потому что ветеранский футбол уже бегать много не надо, надо думать на поле. Спасибо.